Задержан гражданин Республики Тыва, 59 лет. Госинспекторы Саяно-Шушенского заповедника ежемесячно находят сотни петельных ловушек, поставленных браконьерами на краснокнижных животных. Сегодня наша центральная районная библиотека отмечает свой 91-й год рождения. В Богучанах отметили день рождения районной библиотеки Днем самоуправления. Школьники и студенты пробовали себя в роли библиотекарей. В Шарыповском районе появился новый фольклорный ансамбль «Братина». Чем находят творческое вдохновение музыканты? В Саяно-Шушенском заповеднике госинспекторы снимают браконьерские петли. Чаще всего капканы и петли-удавки размещают около мест, где животные кормятся. Ну, тут мягкий трусик. Иногда инспекторам приходится не только убирать петли, но и освобождать животных. Кабарга является главным объектом браконьерской охоты в Саяно-Шушенском заповеднике из-за мускуса, который широко используется в восточной медицине. В Европе он находит применение в парфюмерии. Мускусная железа имеется только у самцов, но петля не выбирает жертву. Иногда в петли попадают и очень редкие краснокнижные животные – снежные барсы. Сотрудники отдела охраны проходят по звериным тропам. Зимой такие ловушки удается найти и обезвредить по следам, оставляемым браконьерами. Также по следам находят и капканы – переносные самоловы, сделанные из металла. Браконьеры присоединяют их цепью и приматывают проволокой, чтобы добыча не ушла, волоча за собой капкан. Координаты мест, где браконьеры расставляют орудия нелегального лова, госинспекторы забивают в GPS-навигатор и периодически проверяют их в надежде встретить там непрошенных гостей. Во время проведения рейдовых мероприятий оперативной группой заповедника в южной части ее территории между Колбакмысом и Челбанмысом задержан гражданин Республики Тыва, 59 лет. При нем обнаружены петли для ловли кабарги, ружье с нарезным вкладышем. К сожалению, добыча краснокнижных видов животных часто манит к себе охотников-нелегалов. Госинспекторы ежедневно, невзирая на погоду, проходят десятки километров по тайге, чтобы сохранить барсов, кабаргу, медведей и других редких зверей. День рождения районной библиотеки коллектив решил отметить необычно. Специалисты впервые устроили день самоуправления. Дублерами библиотекарей стали школьники. Ребята встречали читателей на абонементе, в читальном зале и других отделах. Сегодня наша центральная районная библиотека отмечает свой 91-й год рождения. И несмотря на столь солидный возраст, этот день прошел необычно, креативно. У нас впервые проводился день самоуправления, когда все должности наших отделов занимала наша молодежь. Это учащиеся первой школы, старшеклассники второй школы. Самую ответственную должность директора доверили студенту Приангарского техникума. Максиму досталась работа не из легких, ведь центральная библиотека является главной в большой библиотечной сети района. Столько вопросов приходится решать за день, что голова идет кругом. Моя работа заключается с краевым образовательным учреждением. То есть это приходят книги нам оттуда. Также с администрацией нашей, так как они являются учредителями основными. В рамках одного дня, конечно, это все весело и прикольно, но если взяться глубже там и изо дня в день этим заниматься, то, конечно, голова начинает болеть, потому что много мыслей, много ответственности. Так уж совпало, что именно в этот день в районном центре производилось отключение электроэнергии. Однако отсутствие света никого не смутило. Работа шла полным ходом, что еще раз доказывает. Библиотека открыта для читателей всегда, а ее сотрудники готовы работать в любых условиях. Это очень ответственная профессия, интересная, ничуть не скучная, как это кажется, на первый взгляд. И очень разносторонние. Сегодня я исполнял должность в зале компьютерных технологий. Мне очень понравилось. Мы издавали маленькие брошюрки, чтобы завлечь людей в библиотеку, чтобы они начали читать. Мне кажется, что я справился с этой задачей. Эмоции только положительные. Я хочу... Мои пожелания на этот счет, чтобы это проводилось каждый год. В конце насыщенного рабочего дня ребята со своими наставниками собрались для подведения итогов. Дублеры высказали свое мнение, поделились впечатлениями. Представления о профессии библиотекаря у ребят остались позитивными. Работа, по словам школьников, сложная и ответственная, но в то же время интересная. И скучать здесь некогда.
В Енисейском районе открыты все зимники. В декабре прошлого года строительство большинства зимних дорог затянулось из-за аномального тепла и разлива многочисленных притоков Енисея. Поэтому вводили в эксплуатацию сезонные трассы по очереди. Сначала сделали дорогу на Маковской и обходной Верхний Зимний, который идет до поселка Новоназимово через Сачур. Установившееся в январе похолодание позволило дорожным службам завершить работу на основном, так называемом Нижнем Зимнике, который проходит по берегу Енисея и соединяет все северные поселки Енисейского района. Теперь добраться туда можно на автомобильном транспорте. 13 января в Норильске завершилась полярная ночь. Она началась 30 ноября и длилась 45 суток. Все это время солнце ни разу не появлялось над горизонтом. В первый день край солнечного диска в северном городе при наличии ясной погоды покажется из-за горизонта на 27 минут. Первыми его увидят жители района Талнах. Световой день будет ежедневно увеличиваться. А с 19 мая по 25 июля в Норильске установится полярный день. В Шарыповском районе появился новый творческий коллектив – фольклорный ансамбль «Братина». Создан всего пару месяцев назад, но уже успел полюбиться местным жителям. Группа объединяет творческих людей из трех разных сел – Араки, Малое и Большое озеро. Все песни пропитаны любовью к родине и к своим славянским корням. Сейчас, по-моему, на эстраде такого нет нигде. Попса это уже как бы всем надоело и хочется чего-то нашего русского. Идейный вдохновитель ансамбля – его солист Иван Михайлов. Он вместе с семьей 4 года назад переехал из Москвы в Шарыповский район. Здесь с супругой построили большой дом и завели хозяйство. О Шарыповском районе Михайловы узнали от столичных друзей, которые отдыхали на Большом озере. В Москве мы жили 10, в самой Москве не жили, мы жили под Москвой. То есть у нас в Москве была квартира, мы ее сдавали и в городе уже не могли жить. У каждого есть свой внутренний образ места, где он хотел бы жить, какой-то родины, да, своей маленькой. Вот Урал смотрели, нам не очень понравилось. Поняли, что это, скорее всего, Сибирь будет, но когда вот ребята съездили, показали это место Большое озеро, мы уже поехали сами, посмотрели и поняли, что да, нашли. В семье трое сыновей. Младший Алан родился уже здесь. Глава семейства Иван, коренной москвич и бизнесмен, в этом году отметил юбилей – 50 лет. Его супруга Лея в прошлом – мастер спорта по плаванию, художник и декоратор. Жить на земле и справляться с домашней живностью бывшим столичным жителям приходилось учиться с нуля. Конечно, не обойтись без терпения, трудолюбия, усердия. Но когда ты хочешь для своей семьи сделать что-то прекрасное, создать атмосферу, дом построить хороший, землю обустроить, то силы приходят. В этой семье есть традиция. Каждый год вместе с детьми на елку готовят новую игрушку. Все украшения сделаны вручную. Вдохновение Михайловы находят в природе, в чистой воде и свежем воздухе. Иван собирает травы и продает таежный чай. Лея разводит домашнюю птицу. Семья также содержит питомник чистокровных алабаев. Лея нашла свое хобби. Создала фотопроект «Сибирская красавица». Модели фотосессий – сельские жительницы. Иван готовит новый репертуар для концертной программы ансамбля. Мужчины уже успели дать несколько концертов по району и готовы к гастролям по краю. Первый фестиваль здорового образа жизни «Беги за мной» прошел в Новоселовском районе. В нем приняли участие 74 человека. Степ-аэробика, классический фитнес, зумба и правила здорового питания. Все эти направления могли освоить школьники и молодежь. Продукты растительного происхождения имеют 80% углеводов. То есть в основном все вот эти вот травки, все фрукты, овощи – это углеводы. Тренер секции здорового питания Екатерина Хихлатых уверена, что необходимость просвещения молодежи в вопросе, каким должно быть здоровое питание, назрела уже давно. Чипсы и энергетические напитки только губят здоровье подрастающего поколения, а в огромном количестве мифов о здоровом питании не мудрено и заблудиться. Екатерина надеется, что ее лекция о здоровом питании заинтересует молодежь района. Рушана Гелязова дружит со спортом со школьной скамьи. Сейчас она успешно совмещает основную работу и тренировки. Девушка мечтает открыть еще несколько направлений аэробики и вовлечь в занятия не только взрослых, но и детей.
желающих с каждым годом становится все больше и больше. И сейчас как-то кажется, что это было давно, и так все привыкли к тому, что у нас в Новоселово есть возможность заниматься спортом не для профессионалов, а просто для поддержания здорового образа жизни, для поддержания фигуры, особенно вот девушкам. И вот как бы это очень здорово, что молодежный центр организовал и запустил этот проект тогда, еще 3 года назад. Участники секции «Зумба» располагаются на сцене районного дома культуры. Это направление Свете Газинкамф открыли специалисты Новоселовского молодежного центра, которые 2 года назад пригласили ее принять участие в краевом фестивале «Беги за мной, Сибирь». «Зумба» – это танцевальная фитнес-программа, которая позволяет не только заниматься спортом, худеть, держать себя в форме, но и получать колоссальное удовольствие, заряд бодрости, позитива. Это молодежно, это здорово, это модно, как бы. Все за ЗОЖ, за спорт. Сначала у Светы были курсы и тренировки, теперь есть постоянно действующий клуб в поселке Кома, где 2 раза в неделю занимаются и школьницы, и молодые мамочки. Зумба для тех, кто любит танцы, спорт, жизнь, движение. Развитие зумбы, аэробики, ее разновидностей – только небольшая доля молодежной политики, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Пропаганде здорового образа жизни в нашем районе отводится большое место. Это довольно системная работа по разным направлениям. Одним из направлений является работа в рамках флагманской программы «Беги за мной, Сибирь». Наш муниципальный штаб проводит ряд мероприятий. Это систематические занятия фитнесом, другими физическими активностями, мастер-классы по здоровому питанию, теория здорового питания. Вот наш фестиваль был одним из крупных мероприятий данной флагманской программы. А также в районе существует сеть организаторов спортивно-массовой работы, которые занимаются именно здоровым образом жизни на территориях нашего района. Это включает в себя систематические занятия, секции, мероприятия, организация мест для массового занятия дворовыми видами спорта, такими как футбол, воркаут и другими. Воркаут у нас активно развивается на некоторых территориях района, в том числе Новоселово, Кома, особенно наиболее успешная практика, и в Чулыме. Также мы проводим информационную работу в данном направлении. Волонтеры молодежного центра проводят такие акции, как «Стоп наркотик», «Твоя жизнь, твой выбор» и другие в рамках направления здорового образа жизни. Добавлю, что 3 года подряд делегация Новоселовского района участвует в фестивале здорового образа жизни Сибирского федерального округа. Тренеры повышают свою квалификацию, шагают в ногу со временем, дают возможность молодым людям заниматься различными видами спорта. А первый районный фестиваль здорового образа жизни планируют сделать зональным.